А теперь будет настоящий импровиз под My Chemical Romance I Don't Love You. Сейчас я залью это просто я растренировался, проверял звук там, чтобы не было звука Масяни. Но сейчас бы может быть звук Масяни, я обломаюсь. Вчера работал в саду, копал, таскал, я заснял это все, я выложу это все. Я не только на гитаре играю, еще в саду пахаю. Давай же быстрее. Залью сейчас импровиз. Пока заливается, я буду новый. Пока что делать настоящий импровиз буду. Но я тоже слова все буду на ходу придумывать, так что не обессудьте. Так, напишу там. Все по рецепту строгому и с печатями официально. Так. Импровиз, My Chemical Romance. Просто я не могу петь такие песни, где поется я тебе I don't love you, я потому что я наоборот люблю. Бог есть любовь, а дьявол не любовь. Я бы как Лил Пип каждую фанатку обнимал, если бы я был Лил Пипом. Радовался каждой фанатке. Так, ладно, пока закачивается. Сейчас еще ВКонтакте, наверное, Ах, тебя, пофиг. Сейчас что так быстро что ли залилось? Нет? Как так-то? Как так-то? Не можешь же так быстро. Ну-ка проверю. Почему так быстро залилось? Такое плохое качество, что ли, съемки? Очень древняя вебка, качество очень плохое. Сейчас минуту и я начну импровиз. Я не придумываю слова никакие, просто то, что впечатление. Вчера я с бабушкой, с мамой работал в саду, общался, и некоторые впечатления у меня остались, и я сейчас выражу их. Так, сейчас еще солью, надеюсь, не будет у меня проблем от этого. Ладно, начнем. Сейчас я видео записываю, да, уже 3 минуты 5. Так, начинаем. Я там заметил, что когда я вот так вот отхожу далеко, то не слышно мой голос. Это не очень-то хорошо. Нужно погромче, когда я отхожу от вебки. Вебка 2012 года. Я хочу, чтобы видно было Иисуса, которого я нарисовал. Как же это сделать? Надеюсь, не рухнет. Видно? Нет? Подниму чуть повыше. Так должно быть видно, по идее. Все равно не видно. Здесь Иисус нарисован, когда мне было очень грустно. Короче, смотрите, сейчас покажу. На моей скрипке. Там написано I'm so sorry, Jesus, please. Видно? Да. Все, начинаем сейчас.
I don't love you. Вчера я выпил 2 сидра после сада, работы, и у меня были глубочайшие мысли вообще о вселенной, о нашем мироздании. Если хотите, можете задонатить мне рублей 300. Я куплю 3 яшки и прямо засниму, какие у меня мысли будут. И, может, я открою вам новую философию, новую истину жизни. Но я не пропагандирую, я ненавижу алкоголь, сигареты, я не пропагандирую ни в коем случае. Дурацкая какая-то. Все, завершаем. Закрываем. Ну что, музыкант тоже долго готовится. Но я только песни не знаю. Не знаю текст песни. Если вы музыканты, научите меня петь. Я буду просто, не зная текст песни, вас выручать, если кто-то забудет. Все, давайте. Сейчас начнем. Скорее всего, не получится, потому что я даже не знаю. Я просто вот до конца не знаю, что выйдет. Так. Закрываем это. Вставляем только... I don't love you, инструментал. Вчера работал в саду. Е-е-е. Работал в саду. Я-е-е. Ну-ка, задницу не видно, но сейчас посмотрим. Надо, чтобы не видно было. А то как-то неприлично. Пускай будет видно. Задницу не видно должно быть. Если я повернусь. Так, первый импровиз. Пробуем.